Всем привет! Мне вот что-то не спится. Решил записать игру под названием Little Nightmares. Переводится вроде как «Маленькие кошмары». Купил я ее еще когда? Еще когда только распродажа началась в Стиме. Вот тогда я взял и первую, и вторую часть. И я очень давно еще хотел пройти ее, потому что она мне очень понравилась. Я и до этого видел ее, короче, прохождение, но не полностью, там немножко. Вот, она мне просто понравилась, я решил полностью не смотреть прохождение от других, кто, короче, снимает. Вот, и решил пройти сам. Только она у нас почему-то на тот момент не продавалась в Стиме, я ее не нашел. И тут вот на новогодние праздники я смотрю, а она еще и по скидке. Ну и взял все две части. Так. Я тут немного поднастроил. Так что... ну, вроде проверю, вроде нормально все по звуку. Давайте начнем. Так. Ну, выберем первую ячейку. Буду я ее... Я не знаю, первую серию я на 30 минут сниму. Так что вот так. Суть в чем? В суть я, короче, когда смотрел, я понял то, что там маленький мальчик или девочка, короче, кто-то маленький в дождевичке. И все. Он что-то там бегает, что-то какие-то задания выполняет, что-то как-то... И я знаю то, что он бегает по кораблю. Оно. Я не знаю, кто это. Но кто-то маленький. И вот от нее вот бегает. Так, о, мы проснулись. Ну да, вот он, дождевичок. Хорошо. Я знаю то, что эта игра относится, как я знаю, к хоррорам. Вот, вот таких я тоже видел. Это грибочки какие-то, короче. Идем по темному коридору. Мы куда-то пришли. Может, мы не туда пошли? Мы, кстати, что-то встали, мы даже не осмотрели ничего. Хотя, что тут осматривать? Нам вообще... Ну, нам туда получается, так. О чем и как мы тут очутились, я не понимаю. Использует зажигалку. Хорошо, понял. Но зажигалка есть. Печки детям не игрушка. Так, это что такое? О, мы это поджечь. Ой, нет. Включить зажигалку. О, ну вот он, проход. Так, как мы там? Подожди. Нет, да? О, все. Немного непонятное управление в плане того, то что я сейчас нажимал, ну, чтобы идти назад, а оно влево-вправо почему-то. Я не нажимал типа на А и Д, я нажимал на С. Ну это ладно. Так, нет, дальше. Немного путаюсь в кнопках, потому что... Ну, потому что управление для меня пока немного непонятное. Так, а как присесть? Ну, присесть все так же, да?
Да, на CTR. Вот, я типа сейчас нажимаю на D, чтобы идти прямо. Куда мы идем? Чё мы? Непонятно. Больше всего мне понравилась эта игра из-за своих локаций. Они прям такие какие-то, прям, ой-ой-ой. О, вот это можешь открыть. Нет, она не открывается. Я по-всякому попробовал. Так, а вот это что, это разбить надо? Ударить никак не можем. Ну ладно, я понял. Наверное, ее разбить надо было, но я не знаю как. Так, тут кто-то курит. Открывайте, прятаться можно хорошо. А теперь ты чё? Да, я понял. Всё. Не произошло. Так, тут ноги чьи-то. Письмо. Ну, видимо, кто-то, короче, как сказать. Короче, вы сами все поняли, что там происходит. Нам надо как-то письмо взять. Записку, возможно. А как ее взять, если она не берется, непонятно. Тапочки, мы можем тапочки взвесить. Бумагу. Окей. О, я понял. Я понял, что надо. Надо вот взять... Нет, вода. Стул сюда. Так, ну понятно, мы на корабле. Потому что... Бумага туалетная, то сюда, то туда. Не-не-не. Вообще не так. Так, ну все, давай заводи. Так, не туда прыгнул. Холодильник. Кто-то до холодильника не дошел.
Хорошо. Можно как бы закрыть, а не то меня этот звук немного напрягает. Сюда. Хорошо. О, приемчик. Давай, нам туда надо. Пока ничего такого не происходит. Типа мы просто идем. О, гномик. Ему холодно, как я понял. Он греется. Только он стоял. Тут света не было. Ну, типа ни огня, ничего. Он просто стоял. Ну ладно. Так. А, мы его взяли, обняли, походу. И теперь он, короче, с нами, да, ходит? Да. Ну, помогай, чё ты. Так. Непонятно. Может, ну, отсюда, может быть, уйти надо? Нет, он не уходит. О! Так, ну мы забрались как-то куда-то. Это, походу, недоразумение было. То, что мы туда забрались. Может, опять мы туда подняться не можем. Я понял. Я... Минут, наверное, просто 10, да не, ну да, минут 10 плюс-минус, просто тупил. Вот это вот нам для чего? На чё оно похоже? Правильно, оно похоже на лестницу. Я-то думаю, чё я, ну, почему я не могу туда залезть? Что это такое? Это пиявка! Вот, я думаю, почему я не могу туда залезть. Первый же раз залез. Тот раз, когда я залез, это все-таки был баг просто. Вот. Такой переключатель. Он за мной лезет. Еще пиявки. Сколько их тут? Так, ага. Стой. Это же тоже лестница. Так. Или нет? Возможно, нам сюда? Тоже нет. Опять загадка. О.
Нашли отгадку. О, еще один бежит. Упали. Ой-ой-ой. Так, понятно, все, меня захомутали. Пиявки. Тихо. Нет. Но мы уже дальше прошли. Опять одна и та же меня словила. Так, а я не понял, ведерко там для чего? Может, туда запрыгнуть можно? А если потихоньку? Нет, они все равно на меня ползают. Так что лучше со светом. Я же могу еще и прыгать, я вообще забыл. Отстаньте от меня! Стой, стой, стой! Блин! Ну ладно, это легко сейчас будет. Просто припрыжку пробежать и все. Так. Опа. Хорошо, чуть пиявки не съели. Ну опять гномик напугал меня тоже. Аккуратно. Куда мы идем, я не знаю. Даже представления не имею. Так. Я говорю, кнопки вообще. Распорядок кнопок вообще непонятен. Ой, нет. И что делать? Я знаю, что делать, походу. О, залетели. Так, а у нас здесь пиявок нету. Здесь есть проход, что там, как я понимаю. Давайте сюда зайдем. А, нет, походу это тут есть проход. Там не было прохода, наверное. Мы не проверяли. Но там кто-то ходит. Что такое? Не-не-не, ты куда? Звук такой. Так, тут крыса.
Так, меня убили. Биоэлектричество, хорошо, я понял. Но сохранение вообще где было? А, ну я понял. Где оно? Все. Надо как-то счетчик отключить. Как это сделать? Так. Ого, дверь. Ну-ка, дверь, давай дверь закроем. Ну вот он, рубильник. А как до него достать, я знаю. Че, еще надо бумаги, что ли, накидать? Ну давай. Нет. А он на время. Тоже здесь надо включить свет, но мы включим. Так, ну таймер у нас. Время подошло к концу, но я там немного долго слишком разбирался, так что еще может немного проходить. Так, а где рубильник тогда? Это типа нам дали понять. Все, я понял. Давай, давай, давай. Мы должны успеть. Ну давай, беги. Нет, нет. Фух. Вот прям тютелька в тютельку. А чё мы дверь даже не открываем? Они вообще, они не открываются. Все, я понял. Это классно меня смотрит. Короче, я понял, он нас не должен увидеть, да? Ага. Хорошо.
А как? Почему он сюда повернулся? Непонятно. Он должен был сейчас просто на середину. Ладно. Звук такой, как будто бы... Вот зимой, знаете, в симпатипоновых штанах, когда ходит, ходишь. Вот точно такой же звук. И точно так же шихкают. Давай, мы успеем, мы успеем. Успели. Хорошо. Там гномик какой-то. Все, мы сохранились. Возможно, надо того гномика спасти, короче. И нам что-то дадут за это. А возможно, нет. Возможно, нам дадут пизды за это. Так, мы его обняли, все. Теперь он, короче, с нами. Да? Да. Ну, он типа с нами. Так. А обратно только опять точно так же подниматься. Хорошо, понял. Ну, первый раз, короче, его показали. А, во-во-во-во. Клетки. Там дети спят. А чё они там спят? Чё, у них дома нет, что ли? Они здесь спят. А чё? Короче, вообще непонятно. Сейчас доходим до контрольной точки и придется заканчивать. Так. Ну и кушать захотел. О. Как я понял, короче, это девочка. Кстати. Потому что я там волосы увидел. Они вроде длинные. Но если это не девочка, то я не знаю. Но мы очень сильно хотим кушать, короче.
Так, там ребенок у нас. Да, давай. О, кушать. Ну вот все нормально. Покушали. Все, сохранение произошло. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду дальше снимать, только я не знаю, как будут видео выходить, потому что я очень много игр начал проходить. Сейчас на самом первом месте это The Callisto Protocol. Но эта игра тоже мне очень нравится, так что ее по-любому надо будет пройти, что первую, что вторую часть. Ну все, до следующего видеоролика. Всем пока.